единство возвестил оракул наших дней, быть может, спаяно железом лишь и кровью. Но мы попробуем спаять его любовью, а там посмотрим, что прочней. Так написал известный русский поэт Федор Иванович Тютчев. День народного единства – российский государственный праздник. С 2005 года отмечается 4 ноября. Этот праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. 4 ноября мы отдаем дань событиям, когда общество, став на сторону государства, спасло его от неминуемой гибели. Смертельная опасность объединила все патриотические силы страны. Народное движение спасло русскую государственность. В пору безвременья проявились лучшие черты русского народа. Его стойкость, мужество, беззаветная преданность Родине, готовность ради нее пожертвовать жизнью. Именно поэтому мы празднуем эту дату как день сохранения и спасения не только русского государства, но и русского народа.